Их работа – творить прекрасное и хранить историю народа. День работников культуры отметили в Еврейской автономной области. На сцене областной филармонии лучшие номера и яркие образы. Виновники торжества получают не только позитивные эмоции, но и заслуженные благодарности. Началось мероприятие с вручения традиционной премии губернатора ЯО за достижения в сфере культуры и искусства. Награду получили преподаватель областной детской хореографической школы Виктория Воробьева и замдиректора научной библиотеки Светлана Друковская. Государственной премии ЯО удостоился ансамбль танца «Овация». Благодарим вас за труд, за преданность профессии, за то, что вы несете людям радость, настроение, дарите щедрость души своей. В год культурного наследия особенно важно сохранять и приумножать традиции и культуру нашей области, ее колорит, ее самобытность, воспитывать молодое поколение на лучших традициях, на лучших образцах. Ни одно значимое мероприятие на территории города, области не проходит без вашего участия. Без вас не обходится ни одна сфера нашей жизни. Вот кто постарше, может быть, и молодежь, наверное, знают такой фильм, как «В бой идут одни старики». Да, вроде бы фильм суровый, про войну, но когда говорят, а, давай смуглянку, и в душе возникает какое-то внутреннее тепло, добро и надежда на лучшее. Председатель регионального парламента Роман Бойко вручил награды законодательного собрания работникам учреждений культуры ЯО. Также от имени секретаря регионального отделения «Единой России» Ростислава Гольштейна их поздравил руководитель регионального исполкома партии Антон Акимов. Ольга Киселева, Денис Листюхин, Новости 21.